Вопиющий случай в Ачинске. Мать подозревают в избиении своей 4-месячной дочери. На днях младенца доставили в больницу в состоянии комы. При осмотре врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Женщина сначала пояснила, что в квартире на девочку упал тяжелый предмет, однако позже написала явку с повинной и призналась, что сама нанесла травмы ребенку. По словам следователей, женщина имеет непогашенную судимость за хранение и употребление наркотиков. Следствие будет рассматривать вопрос о лишении ее родительских прав. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».